Всем здорово, с вами канал в активном браке. И короче, в прошлой серии, точнее в одном из твоих выпусков, я рассказывал о том, как много раз использовать, короче, строительную стяжку. Там надо было отверткой поддеть, и она легко и свободно отсоединялась. Я нашел метод еще более простой, не требующий отвертки. То есть вот она, стяжка одета. Мы берем просто вот эту штучку, подгибаем ее и вставляем туда, вовнутрь. Как бы поддеваем и стяжка легко раскрывается, никаких отверток, можно ее еще раз использовать. И опять же ее можно снять. Приналовчиться, и снимается она быстро. Особо труда не надо. Вот так вот. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, и до новых публикаций.